Сейчас вы будете плясать, короче, а я сейчас пойду с этим нашим Виктором. Сёма. Послушаем и будем мимими следующим. Всем привет и братья, мамы, папы, счастье, Энни, Бенни, Вики. Это моя мамуля. Моя мамуля. Моя мамуля. Б, Г, Д, Е, Ё, Ж, З. Что же, пока мы зажигаем под Милану Гогунскую. Все знают песню «Малявка». Новый хит, но не такой уж новый. Мы его уже все мы давно поем. Который называется «А мне». Мы в Болгарии, город Равда. Вот тут у нас наши друзья. Виктория и Елизавета. С царскими именами. Оказывается, не только Сема делает «Б». Все, я поняла, что не так уж это и страшно. Все делают «Д». Вот, мы едим напряженный йогурт. Я уже часть съела его. С зеленым инжиром. Вареньем зеленого инжира. Сема съел блины с шоколадом. Сейчас я приглашу к нам эфир Виктора Тартанова, с которым мы вместе записали песню. Сейчас я съем еще одну ложечку, отойду от дискотеки и приду к вам. Ну что, наверное, выпьем? Нагреемся текилой, друзья. Наше здоровье. Сегодня холодина. Сегодня холод, мы все замерзли, поэтому текила единственное спасение. Ну что, за Болгарию. Хорошо, да. Хороша страна Болгария, Россия лучше всех. Давайте. Так, ладно, малявки, вы танцуйте. Я пойду за угол туда. Давай, Мими. Пойду за угол, сейчас приглашу Виктора к нам. Так. Ой, Сём, ты это как раз новую песню Мими какую-то узнаешь. Я вот иду сюда, здесь под дождем. Лилия Касьянова, передаю вам привет. Вот я нашла чуть-чуть более или менее сухое место в середине зонтика. А, кухни у меня любимых много. А, так, вот он, Виктор Тартанов. Мы его присоединяем к нам. Добавляем. И сидит с нами. А, познакомьтесь. Очень, здравствуйте, замечательный человек, талантливый. Он потерял зрение и не теряет надежды. Витя, привет! Привет, Эвелина, привет! Привет. Слышно меня? Видно? Привет, дорогой! Тебя видно, тебя слышно. Я в двух словах рассказала уже зрителям нашего прямого эфира, что мы с тобой записали дуэт. Да. Песня полна оптимизма и веры в то, что люди с ограниченными возможностями имеют сверхспособности иногда. И ты там подтверждение. Могут больше, чем кажется, Эвелина, да? Могут больше, чем кажется, 100%. Для меня, конечно же, главный пример – это мой сын Сёмочка. Поэтому эту песню я пела, думая о нем. А ты, наверное, скорее пел эту песню, конечно же, думая о своей жизни, о том, сколько тебе приходится в этой жизни превозмогать, потому что, когда ты не видишь, наверное, нужно иметь огромные силы, чтобы быть таким оптимистом, как ты, и растить детей. Я знаю, что у тебя еще намечается ребеночек скоро, да? Да. Скоро родится. Я тебе хочу два слова сказать, Эвелина. Во-первых, вот я таких женщин, как ты, вот по такой вот энергетике, которая не унывает, вот, и ты говоришь, о чем ты думал, когда пел. Во-первых, я думал, что пою, с какой женщиной я пою, да? Вот это твоя энергетика, спасибо, твоя любовь.
жизни и тоже думал на самом деле о твоем сыне. Мне хочется, чтобы он по способности пробиваться, по способности выживать и да. песня наша называется «С тобой я люблю жизнь». Так вот, чтобы да. он любил жизнь во всех ее проявлениях, чтобы она была конечно. Для него, чтобы она для него была яркой, полной, и чтобы вот то, что ты делаешь для него, да, чтобы он да. чувствовал и удивлял и тебя потом. Вот я уверен, обязательно. Что эти плоды обязательно они не останутся как бы да где-то. Вот когда человек старается, бьешь в одну точку долго, да. и результаты будут. Пример тому наша песня с тобой. С твоего позволения. Давай мы ее поставим, потому что вот уже люди, наши зрители сейчас спрашивают, когда выйдет. Она уже есть на YouTube. Да, она друзья, называется... я сейчас коротко скажу, она уже есть и на YouTube. Наберете Эвелина Блёденс и Виктор Тартанов «Я люблю жизнь» или просто Эвелина Блёденс «Я люблю жизнь». Люди сделали много роликов, также она есть и на хостингах, то есть везде в интернете она есть, ее скачивают, в сетях у меня был шквал таких положительных эмоций. А сейчас я, с вашего позволения, кусочек включу. Вот у кусочек, меня давай, покажем. Маленький, да. Итак, называется «Я люблю жизнь». Себя и станет в душе светлей. Тебе под силу любые цели, твои возможности безграничны. Иди упорно, ломай барьеры, и все получится отлично. Разбивая стены, преодолеешь боль. Тебе поможет вера и моя любовь. Разбивая стены, уверенно скажи, я люблю жизнь, я буду жить, я люблю жизнь. Я думаю, достаточно для анонса. Не знаю, мы тут на самом деле уже тут я клип снимаю, вот уже Сёма слышно здесь выступает хорошо? Звук, со своей звук подругой хороший. Лизой, они тут уже танцуют, и море звук мы хороший. Показали. Понятно, звук хороший да. музыки. Не, звук неплохой, тогда можешь достаточно. Продолжить нам, кстати? Давай. Невозможно мне всю жизнь твою руку. Каждый новый рассвет. Не сомневайся, ты хочешь больше. Твои возможности безличны. Смотри на небо, преодолеешь боль. Тебе поможет вера и моя любовь. Разбивая стены, уверенно скажи, я люблю жизнь, я буду жить, я люблю жизнь. Тебе поможет вера, ты моя любовь. Разбивая стены, уверенно скажи, я люблю жизнь. Вить, спасибо за эту песню, на самом деле она очень классная, я сейчас еще раз ее прослушала вместе с тобой, она очень достойная, поэтому еще раз говорю всем нашим зрителям, и кто сейчас смотрит эфир, кто будет смотреть его потом, сохраненный у меня в сторис,
«Я люблю жизнь», Эвелина Блёданс, Виктор Тартанов. Скачивайте, поддерживайте нас. С твоего позволения я эту песню спою 28 числа. Конечно, будет в Рокусе, в Вегасе. Тима Нагиев будет свой фонд делать. Я делаю там эту песню. Это Эвелина. Я только хочу сказать, что моя жена специально пропадает. Друзья, ну, в общем, Виктор у нас сорвался, связь немножко прерывается. Здесь у нас в Болгарии, в городе Равда, дождь. Мы с детьми сидим здесь, они танцуют, мы кушаем десерты. Вот, так что этот мужчина Виктор Тартанов, он певец, он слепой с детства, но борется, живет, рожает детей, у него прекрасная жена, она помогает ему в творчестве, пишет тексты для песен. И вот мы спели с ним этот дуэт, Танечка Буланова тоже спела дуэт с Виктором. Сейчас я попрошу Лолиту, надеюсь, она не откажет тоже спеть с ним. Это очень важно, помогать и быть каким-то стимулом. Вот. Кто-то там меня просит прощения, не понимаю, за что и кто это. Дела у нас замечательно, вот наши детки тут пляшут. Я завершаю эфир, иду к ним. Давайте все, мы